Хочу вам показать вещь, которая позиционируется как подставка для цветов. Вот такая вот тачка. Кузов такой сделан из дерева. Два колеса. Они крутятся. То есть, ну, абсолютно рабочая тачка, скажем так. Или тележка. Вот. Хорошо будут смотреться цветы, особенно если вазон будет подходить под размером к этому кузову. Можно будет этот вазон даже вот так очень легко перемещать. Вот. Ну, должна же тачка как-то работать. Я сейчас скажу габариты, которые возможны для вазона. Это 29 на 19 сантиметров. Вот так вот правильнее будет. Такая вот симпатичная вещь. Конечно, можно вазон, если он как бы самодостаточный, отдельный такой красивый вазон, можно поставить и на пол, допустим. Но лучше, конечно, соблюсти какой-то антураж вот такой вот. И применить, допустим, тачку или другие вазоны, которые есть в нашем магазине. Они сделаны способом холодной ковки. Вот эти вот все металлические части из полых элементов, специально выгнутые, специально сваренные, специально покрашенные в такую вот под старую бронзу чуть-чуть. Вот, в общем, будет смотреться симпатично. Кому такой вариант приемлем, заходите, смотрите в нашем магазине, выбирайте красивые подставки для цветов, сделанные способом холодной ковки. Спасибо.